Театр кукол теряет своих зимних зрителей. Из-за конструкции для летнего цветочного фестиваля привычный для многих ледовый городок переезжает. В новом году он будет на площади тысячелетия. Здесь же вырастет и главная елка столицы. Зажжется она и откроется ледовые скульптуры 29 декабря. Но перед этим новогодние елки откроются в каждом районе Казани. Марафон начнется 21 декабря в Приволжском районе. Кстати, впервые свой зеленый символ Нового года появится и Салават-Купере. Бесконечно рассекать по льду, покататься с горок и на лыжах и увидеть французский театр предлагают казанские парки. Кстати, на Черном озере после долгого перерыва откроется каток аж на 6 тысяч квадратных метров. Новогодние праздники – это семейный праздник, и я думаю, что все будут за столами встречать, посмотрят обращение традиционное. А все новогодние елочные комплексы будут работать в новогоднюю ночь. Но новогодним застольем и салютом праздник не закончится. Народные гуляния продолжатся до самого Рождества. Для казанцев и гостей будут открыты музеи и театры. И, конечно, продолжатся новогодние представления на праздничных майданах. Салават Мухаммадуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.